На льду Большого сразились лучшие игроки сезона. Сборные Восточной конференции во главе с Данисом Зариповым и команда Запада с Ильей Ковальчуком. В состав последней вошли и два представителя «Леопардов». Один из них, Никита Щитов, смог в этой игре отличиться, забив шайбу в первом периоде. Встреча получилась интересная и напряженная. Не раз зрители видели равенство на табло. Но в итоге сильнее оказались хоккеисты «Востока» 18-16. Памятные медали победители получили из рук почетного члена Международного олимпийского комитета Жана-Клода Кили и губернатора Кубани Александра Ткачева. По словам главы региона, этот матч стал еще одним доказательством того, что олимпийское сочинское наследие еще долгие годы будет служить развитию спорта. К слову, билеты на эту игру были раскуплены задолго до ее начала.